Спасибо, что есть такой фонд. Спасибо мечети. Очень сильно поддерживают, мы даже с детьми приходим. Что еще? Бигзур Ахмед. Спасибо большое, то, что есть такой фонд, который помогает добрым людям. И реально, вот честно говоря, Бигзур Ахмед, спасибо большое. Ну, глубоко до сердца просто, честно говоря, потому что, ну, не все, конечно, это благотворительность так вот занимаются. Кто-то в карман себе делает, да, денежки, кто-то истинно делает. Ну, это редкость. Бигзур Ахмед, спасибо большое. За питание. Большое спасибо. Ламун Ахмед Йосон, Бигзур Ахмед. Спасибо мечети Ирдам, который помогает людям в такое тяжелое для нас время. Находятся все-таки люди, которым деньги выделяют. И мы... Я благодарна тем людям. Спасибо. Большое спасибо за обеды. Дай Бог тому здоровья, кто-то организовал. Нас это очень поддерживает.